пальцами. Здесь еле заметный камень. Здесь запоминаем глаз, вот этот значок солнца. Дальше мы не видим. Последовательности потом набираем. Сложная загадка, не знаю английского, отгадать невозможно, да даже знаю, не понять. Нужно экран перевернуть вверх ногами, и тогда вот эти цифры можно будет прочитать английское слово «Eight» — 8, вверх ногами. Его и нужно ввести. Количество сторон ставим свечи. Здесь вот у нас меньше всего 3. Маленькую свечу ставим сюда. Здесь больше всего сторон справа. Ставим больше всего. Это у нас слоны, они ходят по диагонали. Нужно сделать так, чтобы траектории двух слонов не пересекались. При этом нужно белый поставить сюда, черный поставить сюда. Thank you.
здесь у нас значки A, B, L, D. D это у нас сразу равняется 4, можно тут методом подбора определить. 2 умножить на 4 будет 8. А B плюс 2. Это двойка. Так, B плюс 2, если у нас A равно 8, B у нас, соответственно, равно 6. Ну и L, это у нас A плюс 1, это будет 9. Ну, здесь, что нам известно, если красный прибавить к синему, мы получим фиолетовый цвет. Остальное уже можно подобрать. Делаем звезду внизу. Смотрим схему и повторяем по ней действия. Для начала возьмем жабу. Два гриба, один глаз. Три муки, если это мука. Два глаза и жаба. Расставляем палитру цветов. Здесь у нас от оранжевого до фиолетового вверх. Тоже выставляем.